Самый громкий развод уходящего года. Анджелины Джоли и Брэда Питта обрастает все новыми, причем негативными подробностями. Адвокат Джоли заявила, что правда о Брэде Питте настолько ужасна, что может навсегда похоронить его репутацию. Об этом стали активно говорить после того, как актер подал в суд просьбу засекретить все документы, касающиеся их развода. Сейчас звездная пара борется за право опеки над детьми, и пока оно единолично принадлежит Джоли, а Питт может лишь изредка навещать детей, причем в строго определенные часы, и при этом должен быть всегда готов сдать тест на наличие алкоголя и наркотиков в крови. Что же такого ужасного все-таки сделал Питт, по-прежнему неясно. Это при том, что с него сняли все обвинения в домашнем насилии.